Кто больше всех любит осень? Я думаю, не только поэты, есть еще такие животные. Вот, например, решил мужчина затеять уборку на приусадебном участке, а его друг четвероногий, ну, как-то помогал, как мог, наверное, а может и мешал. В любом случае, судя по этому видео, занятие удовольствие приносит не только собаке.